И вот тогда появляется человек-тень. Телеканал 24 ДОК представляет. Мои глаза плотно сомкнуты, губы сжаты. Ни малейшего контроля над своим телом. Голоса, крики и стенания. Со звуками диких животных. Ты вдруг просыпаешься, полностью парализованный. Я не могу. Страхи, фантазии, скрытые желания. Я пыталась бороться, но только не мое сознание. Прекратить все манипуляции? Но все бесполезно. Они возвращаются. Достаточно просто выключить свет. Ты должна умереть. Это действительно был я? Спецпроект «Бессознательное». Фрейду и не снилось. Лучше умереть, чем снова пройти через это. 19 декабря в 12:00 на 24 ДОК.